Подведены итоги образовательной программы для юных финалистов и победителей всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». Популярность проекта растет. В этом сезоне участников стало почти втрое больше. Лучшие из лучших, а это 200 ребят из 54 регионов страны, побывали в лагере «Артек». Там вместе с экспертами они разрабатывали концепцию и строили макет города будущего. Успехи ребят обсудили на специальной пресс-конференции. Ребята в возрасте от 11 до 17 лет за 21 день смены смогли познакомиться с новыми профессиями, разобраться в вопросах применения современных технологий в сфере урбанистики и экологии. Что самое интересное, даже выйти на связь с Международной космической станцией. Теперь участников конкурса ждет новая образовательная смена. Она состоится в декабре во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке.